Доброе время суток. В этом уроке речь пойдет о брашевом освещении. Итак, что же это такое? Открыв библиотеку материалов и вбив слово «light», можно увидеть несколько вот таких текстур, чаще всего белого цвета. Каждый из этих материалов способен излучать свет разного оттенка и яркости. У Valve для освещения цитадели из Half-Life 2 использовали брашевые источники света. Буквально вот так, разместив световой браш в потолке или на стене. Плюс такого освещения в том, что он является не сферообразным, как лампочка, а может принимать любую форму, заданную брашем. И с помощью всего одного такого браша можно осветить большую площадь. Кроме этого, источник света может быть невидим для игрока. Для этого достаточно лишь превратить браш в фанк-волл или фанк-иллюзию и указать отсутствие рендера. Свет будет, а вот сам браш нет. Давайте проведем небольшой тест сравнения брашевого освещения и обычной лампочки. Первое, что можно заметить, брашевый свет более мягок. Это видно как и по рисунку на стене, так и по плавному затуханию света на расстоянии. Второе. Такое освещение имеет дешевые мягкие тени. Конечно, если вам нужно качество тени, то лучше выбрать лампочку. Но для освещения декораций карты вполне сойдет и такой выбор. Причем это еще и снизит потребление ресурсов видеокарты. Третье. Брашевый свет отличается от лампочки тем, что можно выбрать его направление в определенную сторону или стороны, просто окрасив нужные полигоны. Четвертое. Мое самое любимое. Брашевое освещение, исходящее из пола, всегда будет мягче и реалистичнее, чем использование лампочки или прожектора. Ну и пятое. Разница между брашевым и лампочным освещением комнаты в том, что у лампочек есть HDR и Bloom эффект, в то время как у брашевых светил их нет. Они более упрощенные и тратят меньше ресурсов. Как уже говорилось выше, брашевые источники освещения – хорошая альтернатива для освещения декораций, бэкграунда. Недостаток есть, и он лишь один. Брашевые светила замедляют скорость компиляции карты, так как это все-таки BSP. И в моем случае 6 комнат с брашевым освещением компилировало 4 секунды, в то время как обычные Light Entity скомпилировались за 3. Так что думайте сами, решайте сами. А я говорю до встречи. Удачи, тамадачи.